Я сегодня настоящая француженка, девочки, купила себе завтрак. Обычно я завтракаю не сладкой пищей. И проходила мимо буланжери, вот, мимо нашей булочной. Посмотрите, какую вкуснятину. Там так пахнет классно. Зашла, купила багеты, ну, хлеба 4 штучки. И купила себе Сан-Крестен, это называется. Вот такое вот. Это слоеное тесто, миндаль и сахарная пудра. Ну, пудру я есть не буду, сейчас я ее уберу, потому что сахар я стараюсь не есть, да и, честно говоря, очень сладко будет, если пудра. Ну, тесто, оно не сладкое, слоеное, но сверху пудры, он, видите, ее очень много. Заварила чаек, сейчас налью. Мне вообще не пойму, с чем это связано. Я, вот французы, они на завтрак очень часто там едят, ну, сладкое, круассанчики, да, всякую вот такую вот прелесть. А я не люблю сладкое. И вот после этого ковида, вот с самого утра мне хочется или какую-то булочку, или какое-то, ну, с вареньем что-то такое вот съесть. Или вот как сегодня, ну, увидела. Обычно я, знаете, очень равнодушно к французской выпечке отношусь, когда покупаю, потому что каждый день практически ты идешь, покупаешь эти багеты, каждый день это все прекрасно пахнет, но я равнодушна, люблю я ее, скрывать не буду, но чтобы вот так вот, как сегодня, не удержаться и купить, это у меня до ковида такого не случалось. Что такое? Ну, вкус есть, запах есть. Ой, насвинячила как только смогла. Ладно, девчонки, буду я завтракать. Девочки, хочу у вас кое-что спросить. Возможно, кому-то мой вопрос покажется абсолютно нелепым, но я из тех людей, которые, ну, как-то вот я не очень верю во всю эту порчу, во все эти сглазы. И вчера я кое-что нашла дома. Я уже говорила, что мы делаем небольшой ремонт, меняем мебель. И когда раскручивали старый диван, чтобы они приезжают, привозят новый, и могут ваш старый забрать, не знаю, куда они потом его будут девать, но есть вот такая услуга абсолютно бесплатная. И в диване сзади, вот так вот на липучках, как бы, ну, задняя вот эта вот, где спинка, кожа пристегивается. И для того, чтобы развинтить, ну, был доступ к вот этим вот шурупам, нужно все вот это дело отлепить, и тогда только вы туда проберетесь. И знаете, что я нашла? Две иголки. Одна вот так вот в спинку дивана, как бы крестиком проткнута, и вторая вот так вот, и второе, такой вот комок волос размером, ну, маленькое, вот не перепелиное, но такое маленькое куриное яйцо, больше чем перепелиное, и волосы разные, и рыжие, и черные, и вот тут как колтун, знаете, вот так вот сделан. Я сначала не поняла, думаю, ну, возможно, там что-то было прикреплено, потому что иногда бывает обивку, но они как бы такими иголочками скалывают. Но посмотрела на другой, на всем, и нигде такого нет, только в одном месте. И вот эти волосы, и вот эти иголки. Спросила у мужа, говорю, может, это ты там что-то? Он говорит, да нет. И при том, что посмотрела все... И у меня, когда мы сюда приехали, я показывала, купила заново нитки, купила заново иголки, как бы все мои на месте. И все я это собрала, все это выкинула в мусорку. Вчера посмотрела по интернету, что нужно после таких находок, что как бы это не совсем хорошие вещи в доме, когда вы находите... Нужно помыть все с солью. В общем, девочки, драила все с солью. Святой воды у меня нет. И даже у меня нет никаких предположений, откуда это в доме взялось. Тем более под обивкой дивана. Ну, где оно? Ну, там просто, конечно, отлепить. Но кто это мог сделать? И как оно появилось в нашем доме? Когда оно появилось? Потому что мы, когда приехали, я ничего, ну, не было, не нужно было, что ж диван стоит и стоит, никто же его же не раскручивает просто так. И хотела бы узнать, что это и как это, потому что многие из вас писали, что
все вот эти болячки, все вот эти проблемы, которые навалились, что это все, ну, тут у тебя сглазили, то пороблено. Я как бы, ну, не знаю, у меня Люба больше по всем вот этим колдунам соображает, она и ходит, и гадает, и все там, что она такое не делает. Как бы всегда она мне ответы на такие вопросы давала. И сейчас я даже понятия не имею, что делать. Ну, написано, святой водой углы побрызгать, со свечкой. Свечки у меня тоже нет, вот этой вот церковной. Святой воды тоже у меня нет. Все, что я вот это сделала, так помыла дом солью. Как бы тоже один из методов очищения. Сегодня буду додраивать, буду смотреть везде все, но даже не знаю, ну, как говорится, вот не веришь, и когда вот такое вот находишь, то начинаешь задумываться, потому что да никогда у нас такого не было, что и одно ломается, и обе машины в ремонт сдавали. Ну, как бы там небольшие проблемы были. Ну, как бы я, знаете, я никогда на эту тему не заморачиваюсь. Ну, поломалась машина, там надо что-то поменять, потому что, ну, не вечное. Все, ну, сколько оно там ездишь, все хорошо, все нормально. Ну, заболел, выздоровел. Ну, вы же сами видите, вы наблюдаете, что с конца августа, сентябрь, октябрь, вот сейчас уже у нас ноябрь, третий месяц, непонятно, что творится. И одна проблема вот прям на другую наслаивается. Не знаю, возможно, я уже сама себя накручиваю, потому что морально очень устала от вообще от всего, от всей вот этой ситуации, от всех вот этих вот болячек. Вот тоже так интересно, одни пишут, вчера болела, сегодня уже цветет и пахнет, другие пишут, вот болеет и болеет. Вот интересно, как смотрят одинаковые видео, одинаковая информация, люди воспринимают по-разному. Ну, лучше стало, вроде бы как и начинаешь там что-то делать, как-то начинаешь двигаться, хуже опять снова лежишь. Я вчера, девочки, хотела вчера задать этот вопрос, думаю, сделаю быстренько видео, но потом думаю, видео может подождать, и нужно принимать какие-то меры. Так что если что-то можете мне посоветовать или сказать, что это вообще такое. Я волосы, знаете, даже, ну, как бы иголки, ладно, иголки, это ты понимаешь, но волосы я сначала подумала, что это кокон, и там в этом коконе что-то там, ну, непонятное что, потому что, ну, вот такого вот размера, и вот, вот так вот все, вот эти волосы как колтун, я не знаю даже, как это назвать правильно, вот все вот перемешанное. Так что вот такие вот у меня дела. Ладно, дела делами, неприятностями. Надеюсь, что то, что плохое было, все теперь уйдет. Пойду я дальше разбираться. Сегодня есть стирки. Вернее, ну как, не сегодня, мы на ночь стирку ставим. Две машинки сделала. Одну на ночь ставила и одну до 6:30 на быструю. Что будет, пока погодка хорошая, все перестирать, все. Все высушить, что потом начнутся дожди. У нас снега нет, но есть дожди в это время. Так что, девочки, сейчас пойду патчи приклею. То опять какие-то мешки под глазами, синяки. Ладно, девчонки, ну, буду очень благодарна, если напишите в комментариях, что делать. И вообще, что это такое. Так, купила в Заре модные брючки. Сейчас во Франции, знаете, очень модно. Брюки, колготы, леггинсы ярких таких сочных цветов. Ярко-сиреневые, фиолетовые, розовые, зеленые, голубые в клетку, в полоску. И вот что я себе приобрела. И вот такую вот, не знаю, как туника, наверное, правильная. И вот такую вот тунику. У нас со следующей недели обещают дожди. И я, вон, девочки, пользуюсь моментом. Смотрите, какое небо. Голубое-голубое. День солнечный. Я сделала две загрузки в стиралку. Перестирала постельное, перестирала банные. Вот эти вот большие полотенца, обычные полотенца, кухонные. И уже постельное высохло. Сейчас досохнет все, что осталось, и можно будет раскладывать по шкафчикам. Мне под последним видео написали, что серый цвет лица у тебя. Ну что ж, будем исправлять. Такое солнышко сейчас осеннее, такое мягкое, такое приятное. Так что сижу, девочки, загораю. Ну, наверное, снова напишут, что экономит на солярии, поэтому сидит на террасе
и загорает. Вообще не понимаю я, почему настолько негативно воспринимается все, что я рассказываю про экономию. Неужели кому-то нравится платить больше? Для меня, например, намного проще купить какие-то продукты или товары по скидке. Если ты можешь заплатить меньше, зачем платить больше? Зачем включать отопление, если он я в тонкой футболке на улице, и то мне вот она с длинным рукавом. Можно абсолютно в обычной летней футболке сейчас ходить. Если на улице днем плюс 20, утром 14-16, зачем включать отопление раньше времени? Не понимаю. Такое складывается впечатление по комментариям, что какая-то часть зрителей или на показуху просто все это пишут, говорят, или же действительно такие богатые, которые одеваются только в бутиках от кутюр, которые ездят только там на самых крутых дорогих автомобилях. Не знаю я. Понимаете как, есть, наверное, какие-то каналы, где создается такой контент, как бы такой супер удачной, шикарной, роскошной жизни. Наверное, может быть, у кого-то так и есть, это же не исключено, что есть очень богатые люди. Но я не понимаю, зачем приукрашать то, чего нет. Если я экономлю, я говорю, что я экономлю, если покупаю товары на скидках. Я так и говорю, что я покупаю товары на скидках. Если я крашу волосы сама, то я их крашу сама. Если раньше я считаю, вообще это был полный идиотизм, отдавать каждый месяц, даже если в среднем 150 евро за окраску волос. И сейчас можно покраситься буквально там за 10 евро дома, и получается ничем не хуже. Ну, не знаю я. Я такой человек. Что есть, о том и рассказываю. Зачем обманывать, зачем говорить то, чего нет. Ну, не знаю я. Просто непонятно одно, почему такие богатые люди, у которых такая роскошная жизнь, что они делают на моем канале или на аналогичных каналах, где люди живут, простые люди живут простой жизнью, экономят там, где могут сэкономить, и не стесняются об этом говорить. Не понимаю я. Ну, в принципе, выбор есть всегда, и поэтому каждый решает то, что для него лучше, наверное. Еще одна красота загорает. Тихонько, все, убежала. Ну, убежала, значит, убежала. Ну, пойду посмотрю, у меня мясо там тушится. Ну и что? Ну и что? Будешь заходить? Видите, девочка, у меня двери открыты на всю. Солнышко. Тепло в дом заходит. Заходи и ты, Тики. Пойдем. Ну, пойдем. Долго мне тебя звать? Ну, и ты долго будешь так мяу-мяу? Тикуня. Вот сейчас начну подниматься, она убежит. Смотрите. Тикушка. Пойдем. Тикунюнь. Тикунюня. Пойдем. Пойдем, моя хорошая. Давай, я тебя схвачу. Не. Ну, видите, что я и говорила.